Да, слушаю вас. Говорите, кто это, вас не слышно. Перестаньте сюда звонить, вы мешаете мне спать. Идиоты. Ну что ты телефон выключаешь? Я тебе названиваю. Нас уже с собаками ищут. А что за пожар? Да там какая-то заварушка на овощебазе, там маски-шоу, такой кипиш, полная труба, там столько народу собралось, просто тьма. А, тебя, кстати, еще ознобим ищут. Где он? Подержи. Это... В округе? Не-не-не, он в овощебазе. Там координационный совет организован всех служб. Там даже из мэрии прискакали, представляешь? Вас там и метут, как пропеллерами. Ну что, похоже, началось. Поднялся народ? Полчаса вас ждем, Храмцов. Машина служебного назначения. Welcome. Прошу запомнить. Виноват. Простите. В тесноте, как в шоколаде. Галяткина, будешь моим изюмом, а я твоими орешками. Куда, куда, Галяткина? На массажное кресло. Жену массируй. Вот деревня, а. Жену неинтересно. Тогда себя, Павла, себя. Вспомнишь золотые годы детства. Давай, 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 не стесняйся, не впервые. Ну-ка, иди сюда. Оп, молодец. Вот ты, Галяткина, все пренебрегаешь, а Ласточкина вон она ревнует. Павлов, кончай базар, не на скотном дворе. Храмцов, поехали уже. Я от ФМСника шизею, я от него балдею. Мама, я ФМСника люблю. Россия! Документы. Свои, земели. Открывай. Москва для москвичей. Это и тебя касается. А вас, Павлов, можно подумать, не касается. Не-не-не, не надо, не надо. Я мытищинский. А Москва, Машка, она и скоро и туда дойдет. Тан-тан-тан. Да не дай бог. Россия для русских! Москва для москвичей! Россия для русских! Эй, Храмцов, слышь, съел кадушку огурцов. Ты тоже, кажется, курский. Не, ты посмотри, а, у нас полгруппы под вопросом. Ну,
Ну, нагребли грязи из-под ногтей. Теперь до самой ночи здесь прокухаю. Ласточкина, что сидим? Меня товарищ Ознобин к себе вызывал. Следуйте. Доложите полковнику Ознобину о нашем прибытии. Есть, товарищ капитан. Козел он этот, Павлов. Ласточкина! Ты кто? Карпов, что ли? Карпов, что ли? Живой. Да что нам будет? Мы как в компьютерной игре неубиваемые. Молодец. Я вижу, что совсем не изменился. Так нам нельзя меняться, землячка. Дома-то давно не было? Не помню. Ты не видел, где мое начальство спряталось? Видел. Там. Только пиджаки все уже наверх докладываются уехали. А этих что не уберут? А, решили прямо здесь опознание делать. Это ж типа местных гопников. Тут такое было, 5 минут все в кашу. Если бы мы вовремя не приехали, было бы море крови и остров костей. Ладно, давай пока, Карпов. Может, в кино сходим? Про любовь посмотрим? Не, я в любовь не верю, Карпов. Да какая разница, это ж кино! Будь здоров, расти большой! Может, домой съездим за компанию? У меня брат женится. Слушай, так он, наверное, не пьет. Мусульманин. Ну да, он ее на хлеб намазывает 2 слоя. Ласточкина. Товарищ полковник, инспектор Ласточкина по вашему приказанию прибыла. Молодец, что прибыла. Видишь, какой цирк у нас. Ласточкина, сейчас тебя познакомлю. Ну налейте, парни, чего вам? Конечно, пить-то умеешь? Пей. Изыди масло и вода, останься чистый спирт. Аллилуйя. Все, у меня вроде все с паспортами, все. Смотри, девчонка сможет спуститься, а? Не, ты видел? Так наш, да? У него таджика, наверное, один обрубок в штанах остался. Сало, сало, дайте закусить. Сало неси. Ну, ты знаешь, у меня в холодильнике, как в Греции, всегда все есть. Я так сало на тарелочке. Ладно, давай, не стесняйся, угощайся. Не может, я вот с этим, что у вас есть. Давай, 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 давай. Кусок-то взял, нормально, да, губа не дура. Давай, не стесняйся, чего ты считаешь? Вот, другое дело. Вот, молодец. Пусто же, а? Ну, иди сюда. Вот, принимай напарника, Ласточкина. Зачем он мне? Давай, еще подрежьте. Для особого задания, Ласточкина, будете вместе выявлять места нелегальной миграции. Говорят, он в этом деле большой специалист. Здравствуйте. А что, мы своими силами справимся? А это и есть своими силами. Всех благ. Сверху большая чистка объявлена в связи с последними событиями. Понятно? Ты чё? Ты чё там? Вот урода кусок, ты кусок! Чурка, ты чё мне тут наделал, а? Ты знаешь, сколько сейчас мойка стоит? Гриш, останови.
Давай на мойку, до конторы я сама доберусь. Угу. Извините, я вообще не пью сам. Я знаю, куда ехать. Отличная мойка. Не пьет он, хрен моржовый. Давай показывай, где твоя мойка. Если набрал, башку тебе отверну, понял? Все в порядке, я договорился. Ребята с нас ни копейки денег не возьмут. Родственники твои, что ли? Да, мы тут все родственники. Ага. Вы еще раз извините меня, ради бога. Я не специально, честное слово. Ладно, забыли. Тебя, я вижу, тоже помыли? Да, я же всю ночь не спал, ничего не ел. Вот меня и развезло. Еле сам от толпы спасся. Хорошо, что спецназ был, отбили. В этот раз тебя спасли, в другой раз могут и не успеть. Ну да. Каждому спецназ не поставишь. А ты молодец. Лихо по-нашему шпаришь. Да я в Екатеринбурге учился. Раньше Свердловском назывался. В пединституте. Друзья там остались. Хотел вернуться, но вот застрял в Москве. Понятно. А вы сами откуда? Чего? Ну, я слышу у вас говор не московский. Вот ты куда гнешь. Ты, Чурка, заруби себе на своем носу. Я русский, понятно? Здесь везде мой дом, откуда бы я ни был. Русский. У меня русые волосы, зеленые глаза. Мне здесь каждый рад. Так что ты меня с собой не сравнивай, понял? Да. Извините, конечно. Извиняю. Поздравляю. Твоей крохе всего неделя. Полторы от силы. Закрепился хорошо. Видишь? Да, вижу. Вот отец обрадуется. Будет гражданин России. Да будет на это воля Аллаха. Одевайся. Спасибо, Зухрапа. Извините, Маша Джан. Вот, возьмите. Не надо, Маша Джан. Надо. Да это ж такой пустяк. Когда в следующий раз приходите? Приходите через пару недель. Спасибо. Да, всего доброго. Я к вам прямо от врача. Это прекрасно, продолжайте в том же духе. Я сказала, я не буду заниматься вашим делом. Это наша главная зацепка. Я понимаю. Это козы, которые нам поможет выиграть это дело в вашу пользу. Я надеюсь, ваше руководство вас поддерживает? Да, конечно, они обещали. Но они просто обязаны помочь. Андрей погиб при исполнении служебного долга. Будем надеяться. Почему вы так плохо выглядите? Спала, неважно. Звонки? Ну да, и работы стало больше. Ясно. Ну, постарайтесь зафиксировать все звонки. Это нам очень важно для дела. А как же мы докажем? Они же просто звонят и молчат в трубку. Ну, все равно напишите заявление в полицию и зафиксируйте все-таки звонки. Обязательно. Мне без этой квартиры ну никак нельзя. Ну, понятно. Ну, не рыдайте, я вам все объяснила, барышня. Господи. Да, у меня все хорошо. Нет, не приеду, не смогу. Ну что ты плачешь, мам? Заходи. Так, сиди тут. Гриша, а Да, соскучилась, я соскучилась. Да не хожу я по музеям, мам, дел полно. Нет. Нет, мам. И что ты приедешь? Нет, мам. Мама, не надо. Я все равно целыми днями на работе. У нас сейчас вообще завал. Все, я не могу больше разговаривать. Мама, все. Пока. Все матери скучают по своим детям. Надо заботиться о родителях. Выйдите. Ждите в коридоре. Я вас чем-то обидел? Послушай меня внимательно.
Я уже 3 года каждый день общаюсь с твоими земляками. И все они поют одну и ту же песню. Про семью, про родителей, про уважение, восточные мудрецы, Омар Хайям. Только мне кажется, что ничего у вас никогда не было. Вообще. Ничего, никогда. Понятно тебе? Такие, как ты, мужа моего убили. Мне очень жаль. Всю ночь с вожняками водку пил. Отказаться-то нельзя, не поймут. Ну так стресс. Вот именно, что стресс. Принеси воды. Так что отказываться не имеешь права. Но у нас же без него есть. Этот Хасан не просто так к нам с неба упал. Он уже целый год с органами сотрудничает. И среди своих шустрит, понимаешь? У него даже там кличка есть. Санитар. А тем более это рекомендация Координационного совета. Чуешь? Ясно. Селезнёв мне дадите? Селезнёв твой, буквально ты зануда, и в живой работе ничего не смыслит. Ну, налей водички, ну, пожалуйста. Ну, пусть писанин занимается. Ну, подключай. Где? Только себя буду спрашивать, учти это. Ясно. И у меня еще один вопрос. Ну, говори. Я у адвоката была. Вы обещали письмо в мою поддержку. Ты об этом? Когда у тебя суд? 18-го, через 2 недели. Адвокат сказал, это крайне важно. 18-го? Сегодня. Так еще времени полно. Не волнуйся. Обещали, поддержим. Не сомневайся. Я не сомневаюсь. Спасибо. А я вас как раз искал. Чего? Держи меня в курсе. Есть, товарищ полковник! Думаю, нам этого Чингачкука не просто так кинули. А что слышно? Так, намекнули. Сами менты его как черта ладана боятся. Пару раз видели его в собственной безопасности. Семенова и Деменко из Следственного комитета после этого под суд отдали. Ну, не мог я от него отказаться. Сказали бы, что я опасаюсь пустить чужого в свой огород. Значит, есть что скрывать. И понеслась бы. Бла-бла-бла. Ну, конечно, отказываться было нельзя. А ты Павлова к ней подключи. И пусть все держит под контролем. Ну, что стоим-то? Пойдем, покажешь, как ты работаешь. А может, убрать этого Хасана от Ласточкиной? А то ведь она дров наломает. Так, потому что неплохо, если Ласточкина что-то не так сделает. Вам сестра Андрея Антонова звонила? Нет. Мне его мать звонит каждый день. Ну так кого мы поддерживаем в квартирном вопросе? Их или Ласточкину? Ласточкина, конечно, в положении, но Андрей ее не прописал. Может, скорую? Желудки у этих генералов лужеванные. У Антонова большие связи. И из-за Ласточкиной с ними ссориться нельзя. Вот смотрю на тебя, Ласточкина, я никак поверить не могу, что ты на 6-м месяце. А ты что, у нас по совместительству еще и врач-гинеколог? Может, тогда и роды у меня примешь? А что? Я с радостью. Саш, дай-ка. Нет, на, возьми, я не видел. Уже 2 месяца ищу, нигде его нету. Всю Москву, Подмосковье обошел. Ну, может, его давно убили, что ли? Не, мы не знаем. Ну, может, он прячется из-за того, что у него документов нету? Ну, что? Знаете, сколько здесь таких без документов ходит? Да, может, догадываюсь. Может, его в Москве уже нету? Да нет, он здесь. Где же ему, черноглазому, от любопытных глаз скрыться? Вы-то здесь все с документами? Ищ, ну, сыщ.
Эй, иди сюда, забери вот это отсюда. Как сказал великий советский поэт Маяковский, я хотел бы жить и умереть в Париже, если бы не было такой земли Москва. В Москве было 40-40 церквей. Солнечный день, блеск куполов озарял город. Колокольный звон разносился по всему городу. Между прочим, колокольный звон исцеляет, очищает кровь, избавляет от корчи. Московская мэрия не дала согласия на проведение митинга партии за чистый город. Активисты же движения настаивают на необходимости привлечения внимания общественности к проблеме переработки мусора. Чур меня. Изыди. В ближайшие годы город может быть погребен под тоннами бытовых отходов. Гриш, только не новости. Изыди! Не, ну правда. Слушай, мне моя двоих принесла. Какой-то пятый месяц, знаешь, пятая неделя, куда? Живот у подбородка. А ты 6 месяцев, смотри, как тростинка. И что? Моя мама до 8 месяца тоже проходила как тростинка. Порода у нас такая. Может быть. Очень может быть. Слушай, а правда, что ты после Андрюхи ни с кем ни разу, а? Это же вредно для здоровья. Ласточкина, а ты локти чуть что расставляешь. Андрюхи-то больше нет. Ты не в моем вкусе, Павлов. Да ладно тебе перебирать харчами. Или ты пока у Андрюшиной сестры квартиру не отсудишь, будешь играть роль верной подруги. Ну, чтобы все вокруг подумали, что ты с ним из-за неземной любви. Ты не мылься, Павлов. Мыться-то не будешь. Глупая ты, Ласточкина. Глупая. جانبی سمت لطفا در آن کشید من کاری مخیم دارم воняет. Так, как вы живете-то тут, а? Че у нас здесь? The Moscow Times. Moscow Times as Таджикистан. И здесь засветились. Это что такое? Еда? Плов. Это мы вовремя зашли. Сосиска варим. Какой сосиска? Свинину, небось, жрете втихаря. Мусульмане. Корова. Корова? Хреново. Осторожней. Замыкания может быть. Не хватало нам тут еще возгорания. Здесь обязательно где-то свет должен быть. Видишь, окна занавешены. Это чтобы изнутри свет не пропадал. Так что ищи, ищи его, лейтенант. Ты его нанюх. Нанюх его. О! Да будет свет. Ну вот. Видишь? А ты говоришь, ни сном, ни духом. А у тебя здесь целый табор. Смотри, сейчас петь, плясать начнут. Ай, на-не-на-не-на-не. Тут арендованное помещение было. Под магазины, склад. Потребовали жильцов, мы его закрыли. Вот тоже знал, что они-то здесь. Все въезды с той стороны, окна закрыты. Ну, наверное, они здесь ночью собирались. Лейтенант, не вешай мне лапшу на мои нежные слуховые органы. Эй, мистер! Как-то гражданином тебе назвать язык и поворачиваться. Ты давно здесь спишь? Не понимает, а? Не понимаешь? Давай, ищи, сколько спите здесь, эй? Клянусь Аллаху, только сегодня пришли. Не боишься, что твой Аллах тебе язык лживый твой отрежется, что ты врешь так, а? Лейтенант, у тебя на участке ночлежка, а ты ни сном, ни духом. Нет, сейчас еще. Сигналов от жильцов не поступало. Ты коррумпирован элемент, лейтенант. А у нас что сейчас в стране? Борьба с коррупцией. Значит, я должен тебя куда сдать? А? Так. А ты? Я тебя должен сдать в управление собственной безопасности. Не против? Послушай,
меня 62. Подвала. А еще вот, командир, еще документ. За всеми. Следить, да? Лейтенант, я сейчас расплачусь. И удивлю тебя градом своих обильных крокодиловых слез. Маме своей расскажи. И разрешение на работу, и все. Ну, ФМС взял. Какой ФМС? Какой, твою мать, ФМС? А я тебе дам ФМС! Это я ФМС! И вместо того, чтобы с женой спать под теплым одеялом, я шляюсь за такими придурками, как ты, по вот этим вонючим норам. ФМС, как дам сейчас. Вот, у нее забрали дети. Одному годик, а другой 5 лет. Он хочет, но хурдан ки. Вахте он хоры гирифтан, хэлло гирья гардан. Ой, шо фурсаты на ёвтки, позже чё шро гиран. Девай гирья мекунат. Забрали у нее дети, и мужа арестовали. А кто забрал? Баунхубигу, кигриф, куда кое-что мура? Шавхарм далер, кучеров кормикар. Хаммай хочет хоры дождь. Давай паспорта. Бери. И чозай, и комат дождь, и чозай, и кур дождь. Муж у нее был дворником. Они жили с ним в одной квартире. Держи. Автобус погоняй. Угу. У него была регистрация, разрешение на работу. Потом одного из жильцов дома украли машину, где они жили. И его выгнали и посадили. Ну, потом забрали детей. Ну и правильно сделали, что забрали. Нечего детям в вонючем подвале сидеть. Забираем всех! Все, хватит! Пакуем сухофрукты! Он улетел, но обещал вернуться. Чкурка-дитум! Тихо, тихо, сказочница, пойдем. Человек так не поступает. Мы тебе поверили и открыли дверь, а ты? Мы с тобой еще встретимся. Московский санитар. Калис, сколько сегодня заработал? Без денег никак нельзя. Москва дорогой город и очень злой. Чего же вы все тогда сюда прете, раз он злой? Я это им тоже говорю. Возвращайтесь обратно. Не приезжайте сюда. И другим, чтобы передавали. А вы сами-то зачем сюда приехали? Ну, почему? Если у вас такие мысли. Потому что в скором времени из России стали привозить не только деньги, но и гробы. Так это ж утопия. Никому не удастся всех ваших вернуть по домам. Тут даже визовые ограничения не помогут. Если одного, двух, трех вытащу, и то хорошо. Ой, ты смотри, это наш коллега, а? Тебе, наверное, наша щедрая родина гражданство пообещала, да? Я скоро домой поеду. А там мне ваше российское гражданство. Ни к чему. Слушай, а ты после вот здешних дел, скажи, тебя там на шашлык не пошинкуют? Могут, легко. Не боишься? Почему? Боюсь. Просто там есть важное дело. Кроме меня его никто не сделает. Храмцов, стоять, тормоз! Мне около метро, ты что, спишь? Не боись, Павлов, не опоздаешь. Метро еще не скоро откроется. Ага. У тебя устарелые сведения, понял? У меня эта машина припаркована на стоянке. Я через полчаса, в отличие от тебя, дома буду. Ну вот. Ну все. Всем спасибо, все свободны. Всем до завтра. Благодарю за службу. Так, до обеда меня не будите. Будешь как все в 9. Мать. Ну, мне надо выспаться. Выспишься на диване у Ознобина. Все слышали?
Спокойной ночи, Маня. Счастливо. А тебе куда? Я далеко за городом живу, возле госпиталя МВД. Погоди, это что, в Балашке, что ли? Да, в соседнем доме, рядом с госпиталем. Не, я туда не поеду. Мань, я уже вторые сутки не сплю. Ладно, я сам доберусь. Завтра буду вовремя. Ну и славно. Слава тебе, ой, Господь. Извините, Марья Алексеевна, я разбудил вас. Да нет, не спала я. Вот уж две ночи не сплю, тебя караулю. Почему? Это из-за денег? Я принес. Вот. Господи, да деньги мне твои не нужны. Я что-то вас не понимаю, Марья Алексеевна. Хасанака. Ой, моя девочка. А ты что не спишь? А сам-то как думаешь? Тебя ж неделю не было. А по телевизору страсти такие показывают. Да все про ваших. Я уж думала, может, и тебя. Да что вы? Что со мной может случиться? Я же фактически под охраной органов. Вчера двоим вашим головы разбили. И органы твои не пришли. И не помогли, и не защитили. Короче говоря, давай-ка, съезжайте отсюда, от греха подальше. Ну, а куда же мы денемся-то? Ну, не знаю я, миленький ты мой, ну, не знаю. Ну, обратись к своим органам. Ну, если ты им нужен, пусть они с девочкой куда-нибудь вас спрячут. А я боюсь. Ты не думай, я не со зла. Ты человек тихий, аккуратный. И девочка твоя хорошая. Господи, люди совсем ума лишились. Вот и Гарбаназди, и Биби, и Маша. Мы больше не вернемся к бабе Маше? Не. Нет. Чи? А что? Тебе было плохо у нее? Хорошо. Боли. Таких? Мысли Мария Алексеевна. Таких, как Мария Алексеевна. Да Россия одам хелези удаст. В России много. А почему мы тогда ушли от нее? Лозим бы, доктор. Так надо было, доченька. Я хочу спать. Кам таридигар. Токаткуни. Потерпи еще немного. Туме тавуни. Ты ведь не из тех капризных девочек, которые все время хнычут. Верно, моя хорошая? Бали. Да. Скоро поедем в Душанбе. К моим дочерям. Помнишь, как их зовут? Бали. Да. Зубинисо, Хуринисо. Дуруст. Правильно. Она мебини, хамрой онхо, то хама бадбахтигойки, басарат омадабуд, фарумуш мекуни. Ты забудешь все плохое, что с тобой было. Маракушти бармон, лалипушти омади, джан-джан, маракушти бармон. Рафти. Пойдем.
Андрюш? Перестань сюда звонить, я тебя в два счета вычислю, тварь! Сама тварь. Не ори на меня, шлюха. Кто это? Думаешь, все? Готова? Оттяпала квартирку, лохушка? Даже не думай. Поедешь обратно, как миленькая, в свои убогие выселки. Я-то помню, откуда тебя Андрей выкопал. Капитан Васильев выехал на усиление. А когда он будет? А когда надо, тогда и будет. А вам тут оставаться нельзя. Идите, всего хорошего. Понимаю. Извините. До свидания. Рафты. До свидания. Что это за чучело? На Васильевской шестерка. Скоро от них отбоя не будет. Чтобы задержаться в Москве, мать родную готова продать. А у меня бабка в Фергане похоронена была. 40 лет после войны прожила. А они наше кладбище под снос, прикинь. Этим, что ли, патент нужен? Ага. Офигенный, да? Ох, карамелечки мои. Наши русские просто в подметки не годятся. Представляешь, выложила их фотки в интернете. Маш, это просто бомба. Их хотят все вдвоем за просто нереальный день. Аечка, Чинара, идите сюда. Куколки, идите сюда, мои хорошие. Ай, мои красавицы, идите скорее. Намылись, принцессы? Ну, поздоровайтесь. Это Маша, апа. Маша. Ну что, Маш, поможешь нам с документиками, а? Не откажешь? Посмотрим. Куколки, давайте бегом к себе, давайте, давайте. Держитесь, тетя Вера, все у вас будет хорошо. Хорош, девчонки. Уважительные. Не то, что наши русские штучки. Приедут без году недели в Москву, и все. И начинается вот это вот. С этим пойду, с этим не пойду. Ты уверен, что твоим карамелькам есть по 18?
Ты чё? Конечно, есть. Ты ж меня знаешь. Знаю. Знаешь. Пошла б со мной, горе бы не знала. Была б у меня в топе. Взяла б тебя на постоянку к двум-трем депутатам, и все. И квартира была бы, и пропиской на джипе бы ездила. Закрыли тему. Не мое это. Слушай. Слушай, по тебе весь Черкизон слюни ронял. Ну что ты гундишь зря? А танцевала как? Тут появился этот подарок небес ФМС. Честно скажи, на что повелась-то? Он меня любил. Любил? Дура ты. Ты на факты смотри. Он на свои поганые московские метры за 3 года тебя не прописал. Ты на себя посмотри. Ты же как это... Как вобла сушеная. Ты куда пришла-то ночью? Куда? К Вере, да? К Вере. Из той самой квартирки, за которую ты так страдала. Да ничего не страдала. Андрей меня в люди вывел. С рынка твоего поганого вытащил. На курсы устроил, работу дал. Если бы не погиб, поженились бы. Я ему всю жизнь благодарна буду. Ага. Только мамаша его сестрой оттяпает у тебя квартиру, помяни мое слово. Посмотрим. Девочка моя очень устала. Она будет спать почти до обеда. Пусть поспит, а я вечером забегу. Как только договорюсь с квартирой, девочка без документов, лучше тебе не тянуть. Времена сейчас неспокойные, сами знаете. А когда они были спокойными для нас? Мастурахон. Иди, нам надо поговорить. Спасибо вам, Мустара, будьте здоровы. Всего вам доброго, Хасан. За девочку можешь быть спокоен. Может, это не мое дело? Но чтобы ты знал, тебя твои кулябские ищут. Очень они злые на тебя, как бы чего ни вышло. Будь осторожен. Вот, возьми, только привезли самые спелые. Спасибо, спасибо. На юго-востоке столицы превышен 12 раз. Жителям рекомендуют закрыть все окна и двери и не выходить из дома. Напомню, не так давно в столице в 2,5 раза был превышен уровень содержания сероводорода и фенола. Источник загрязнения так и не был найден. На улице Вавилова во время проведения строительных работ экскаватор перебил силовой кабель. Обесточен целый квартал. К подобным авариям, как заявили в службе электроснабжения, часто приводит низкая квалификация строителей. Вот и на этот раз за рулем экскаватора был трудовой мигрант из Таджикистана. Сотрудники ГИБДД просят водителей искать пути объезда, чтобы избежать транспортного коллапса. Что ты здесь делаешь? Это вам. Наверное, вы не завтракали с утра. Заберите это. Заберите, мне от вас ничего не нужно. Ну что вы, я от души. Попробуйте. Хотите, я его сам вам разрежу, чтобы вы не испачкались? Я быстро... Не подходите ко мне. Я не хотел вам сделать ничего плохого. Я не хотел вас не пугать. В коридор выйдите. Мы с вами одно дело делаем.
Я тоже хочу, чтобы все мои земляки уехали отсюда. То, что они здесь, это не их вина. Ой, ладно. Я слышала 1000 раз. Ничего нового. В коридор! Почему вы со мной как с собакой? Вы сами чем занимаетесь? Ловите по подвалам никому не нужных несчастных людей. Я попросила выйти в коридор. В коридор! А ловить нужно тех, кто наживается на этих несчастных. Кому это выгодно? Настоящих преступников, волков. Их найти несложно, их поймать трудно, потому что вы своих не трогаете. Они вам за это деньги платят. Вы своих не трогаете, поэтому будете терпеть нас всю жизнь. Теперь я пойду ждать в коридор. Кодексу не имеешь права этого делать. Понимаешь? Ага. Ласточкина, иди работай. Здрасте. Доброе утро. Ты не Зубина искала? Так его нет, он в главке. Жаль. А ты по какому вопросу? Хотела разрешение попросить, посоветоваться. А, ну что? Рейд хотела провести. Давно у нас материал был на отдел кадров. Ну, тот, что в переходе, вот это такая, помните? Да, что-то припоминаю. Ну, вот я и подумала. Может, сейчас самое время их накрыть? Так а зачем тебе это надо? Тебе дали задание, работай. Привыкай работать без оглядки, Ласточкина. Давай. Хасан, добрый день. Здравствуйте. Чего вы здесь? Ну, не хочу мешать. Ну, пойдем. Извините, Александр. У меня к вам просьба. Да, но мы можем поговорить в кабинете? Потом. Угу. В чем дело? Можно сделать запрос в МВД Таджикистана. Вы кого-то ищете? Саш! Да. Да, Маш, привет. Привет. Где Гриша? На улице. Поехали. Все подробности у него. Не то.
Надо концом. Чхали. Останется вечный. Чахали себе, оно. Чахали, а ты кей? Ученик урамский, да? Салам алейкум, я же. Бесконечный. И значит, не будет долго от веры в себя и в Бога. И значит, останется только. Господи, да их же здесь как мух. А вам они чем помешали, Храмцов? Да не люблю. У меня племянника Даги в учебке до полусмерти запинали. У него до сих пор кровь в моче. Угу. Запинали. А чё же он сопротивляться-то не стал? Силёнок не хватило? Силёнок? Я посмотрел бы на вас, как бы вы защищались. Если б на вас человек 10, как из мешка высыпалось. 10. А он один. И больше ни одного русского в части не было. Это вы к чему? Да это я к тому, Храмцов, что мы русские живем по принципу каждый сам за себя и моя хата с краю, а потом недовольны. Терпеливые мы просто. Ну-ну. Нет, правда. Но это все до поры до времени. Вон, вчера целую овощебазу на уши поставили. Все чурки по щелям, как тараканы, попрятались. Не, русского лучше не трожь. Если заполыхает, ни в какой норе не отсидишься. М? Это уж точно. Эй, Надиде. Эй, манам, Надиде. Все расселятся в раю и в аду. Земля итогами подведена будет. Помните, в 1916 году из Петрограда исчезли красивые люди. Значит так. Они тут. Посредники. Все крутые. И крыши у них серьезные. В том числе и ваша. Чего ты несешь? Предлагает сделать любые документы, даже паспорт. За 2000 евро. Вряд ли кто это может купить. Ну, видно, такие же крутые, как они сами. Ну, в общем, криминал полный. Покоем? Мань, надо согласовать. Мало ли. Ну, Мань, решай, достала ведь. Курянин, рот закрыл, а? Не тебе отвечать, если что. Да ты меня тоже достал. Сколько тебе можно повторять, Мань, что... закрой, тебе говорят, отставить, а? Отставить базар! Пакуем. Ну, предупреждаю, шум будет большой. Нечего нас пугать. Зря мы, что ли, сюда приехали. Гриш, буди ментов. Угу, работаем. Вас понял. На выход. Ты сидишь в машине, не высовываешься, понял? Ну, а мое дело предупредить. Павлов! Сидишь в машине. Слушаюсь, мой генерал. Вот стерва. Вот черти, смотри, как настоящий, блин. Собери здесь все. Ага. А кто она вам? Да никто, можно сказать. Ее родители погибли 2 года назад во время селевого схода. Угу. Там ее подобрала мама Роза, которая женщин... всяких вот для борделей отбирает с национальным уклоном. И она переслала девочку сюда? Ну да, она... Ассаль полностью их устраивала, ни документов, ни родственников. Через 2 минуты буду. Ага.
понимаете, я обратился в полицию. Они мне обещали помочь. Вперед! И? Ну, давай. Вы сделали запрос в Таджикистан, но уже как полгода нет ответа. Угу. Ну, а какое-нибудь временное удостоверение у девочки есть? Конечно. Вот. Вот, пожалуйста. Угу. Ассаль. Хорошо. Хорошо, я сделаю запрос по нашим внутренним каналам. Может быть, будет быстрее. Спасибо большое. Пока не за что. Где Гриша? Он отошел, сказал, на 2 минуты сейчас подойдет. Что случилось-то? Меня Знобин срочно к себе требует. Павлов накапал? Неважно. Заканчивайте с протоколами, я одна. Маш, мы почти закончили с протоколами. Значит, в машину садитесь! Гриша! Иду! Давай, бегом! Да пожрать-то надо! Где ты хочешь? Я говорю, быстрее! Какого черта вас туда понесло? Кто приказал? Мы действовали по информации санитара и по оперативным данным. Я тебе русским языком говорил фильтровать ситуацию и согласовывать ее лично со мной. Мы не успели, нужно было действовать оперативно. Из-за вас такого наслушался. Застрелиться можно. Видите ли, я не контролирую ситуацию в своем округе. Серьезных людей я, видите ли, подставляю. Товарищ полковник, скорее всего, задержанные снабжали документами целую сеть нелегалов. И, судя по ценам, ими пользуются в основном криминал. Это не твое дело, Ласточкина. Не твое дело! С нашей стороны все чисто? Документы у них в порядке? Да, все они граждане России. Все, вопрос закрыт. А с этим пусть Министерство труда разбирается. Пусть они выясняют, кто у них там фальшивые документы печатает. Товарищ полковник, но там есть и наши разрешительные документы, районные, окружные. Что ты сказала? Все документы включены в протокол изъятия. А где же этот протокол? В общем протоколе рейдов полиции. А почему он не у меня на столе? Немедленно мне на стол. Я просто думала... Уйди с глаз моих, Ласточкина. Уйди с глаз моих. Кретинка. Ты почему не доложил? Виноват, товарищ полковник. Я доложил. Товарищу капитану. Ах, вот оно что. Тебе, значит, доложили. Значит, придется поехать извиняться перед серьезными людьми. Как скажете. Вот прямо сейчас и езжай. Пока эта Казань стала строить из себя борца с коррупцией. Нет, ну это вряд ли. Бегом, я сказал. Бегом. Ну, что там? Саш, нужно вернуть наш протокол изъятия. Сможешь? Зачем? Что за траур? Ну, раз минута молчания закончилась, господа скорбящие, есть новость. Неужели мигрантам визы ввели? Не дождешься. А новость такая. Ты поступаешь в мое распоряжение, мы отправляемся за протоколом. Надо его чуть-чуть подправить, а потом ты его подпишешь. Да, Маня? Я даже могу съездить с вами. А это не обязательно. Шеф сказал, чтобы я лично все проконтролировал. Ты куда? А, так, ерунда. Запрос, 2 минуты. Жди в машине. Да, кстати, Гриша теперь тоже в моем распоряжении. Так что, если захочется вновь посетить женскую консультацию, обращайся лично ко мне. Я все рассмотрю. Костя, ты же понимаешь, что все могут совершить ошибку? Надо же! Вау! Ты назвала меня по имени. Прогресс. Что мне теперь делать? Держаться меня. Ну и ждать, пока буря стихнет. А мне что теперь делать? На, обезьянка, чи-чи-чи. Сиди пока. Решают, что с тобой, куда, зачем. Я в коридоре подожду. Хорошо. Завтра барыги в
будут на том же месте. Слабые мы люди. Пусть Бог нас простит. Алло, Хасанбек? Алло, Хасан. Чего кайруйдот, Ибрагимаков? Что случилось, Ибрагим? Бадбахти. Беда. Хадамот мочра томада дохтарчай шумору грифта бурдян. Беда, у нас был рейд полиции. Бурдан? Вашу девочку забрали. Я им деньги предлагал. Они слышать не захотели. Нет документов и все. Куда ее повезли? Они мне не сказали. Беда. Бедная моя девочка. Инспектор Федеральной миграционной службы. Этот со мной. Здравствуйте, это... Здравствуйте. Мы забираем девочку. Вот. Асаль. Пожалуйста. Так, хорошо. А на кого оформлять будем? На вас? На меня. Спасибо. Спасибо вам большое. Одевай. Скажи, Маша Пи, Рахмат. Рахмат. Спасибо. Спасибо. Пожалуйста. Что думаете делать? Не знаю, может, поедем в аэропорт, там как-нибудь договоримся, ну, чтобы улететь. Без документов? У вас что, караван-сарай вместо авиалиний? Нет, но там можно хотя бы переночевать. Понятно. Поехали. Спасибо вам. Вам должны предоставить жилплощадь. В тебе есть заинтересованность, значит, должны помочь. Знаете, что для меня самое страшное? То, что мои люди потеряли себя навсегда. Они потеряли себя как мужчины, как люди. Тут они все постоянно в страхе, во лжи. Ложь и страх для них стали нормой уже. Они с этим возвращаются к себе домой. Их родина тоже становится чужой. Россия тоже не стала для них родиной. Это во времена СССР все было. Дружба народов. А сейчас по-другому. Но ты же не можешь думать за всех. Не могу. А думал, что могу. Я же... Теперь я думаю только об Асаль. Я же обманул ее. Я сказал ей, что мои дочки примут ее как родную сестренку. Они уже давно отказались от меня. И мужья их уже отработали свое в России. Ну, понимаете? Ну, я как предатель уже.
Иду. А я ведь даже не знаю, что ты пьешь. Маня. А что, есть повод? Да ладно тебе. Пу. Давай приглашай. Че ты орешь? Здрасте. Упс. Да здоровее, видали. А он-то что здесь делает? Им ночевать негде. Им? А есть еще кто-то? Девочка, родственница Хасана. Какая-то сердобольная мать. Не ожидал. Слышь, давай, выметайся. Совещание отменяется. Мань, есть стакан, а? Пожрать что-нибудь. Что с протоколом? Пляши. Там тарадам, тарадам, тарадарадарам. Правильный протокол. Я же у тебя, Маня, кто? Я у тебя волшебник в голубом вертолете. И поставь закорючку вот здесь. И всех отпустили, и да? И вот здесь. Естественно. А их же не на трупе взяли. Они все трезвые, не обдолбанные. А что с них взять? Правильно? Ты что, в ушки долбишься? Я же тебе сказал. Давай, вали отсюда. Ему некуда идти. А я-то тут при чем? Слышь, у меня сейчас очень интимный разговор с моей коллегой. Давай, не задерживай движение. Или ты об интернациональном сексе размечтался? Знаешь, я на это не рассчитывал, поэтому давай, выметайся. Тормози, Павлов, ты не у себя дома. А кто тут у себя дома? Ты. Ты, Ласточкина, здесь не прописана. Потому что это квартира моего геройски погибшего друга Андрюхи Антонова. Че ты стоишь? Я не ясно выражаюсь? Пошел вон отсюда! Павлов, я сейчас подпишу протокол, ты пойдешь домой. Я пойду? Я? А ты хорошо подумала, Маня? Руки, руки. Ты не в моем вкусе, Павлов, я тебе давно уже в этом... Да нет, у тебя вкус. Тихо, тихо, да давай, ласки. Давай, давай. Да нет у тебя вкуса, слышишь? Нет, потому что ты кто? Ты кто? Ты забыла, ты кто? Ты торгашка с Черкизона, Маня. Ты торгашка с Черкизона, а? Андрюха, пацан, влюбился, а? Любился? А ты чем там торговала, Маня? Чем? Чем? Не собой ли торговала, а? Ты ж как воронка. Ты ж как воронка. Раздвигай только и пользу. Что такое? А я ему говорил, что ты с этой щучкой провинциальной связался, а? Уходи! Обезьянка, у тебя что, голос прорезался, а? По шарманщику соскучилась, а? Да! Да! Отойди от него! Да! Да! Уйди, падла, а! Да! Москва-бан, не хотите жить? Да! Я тебе дам Москва-бан! Да! Не понимаете по-человечески, а? Павлов! Совсем не понимаю! Отойди от него. О как. Брось пушку. Я выстрелю. Мань, я ж не из трусливых. А ты ведь не выстрелишь. Знаешь почему? Потому что ты пустышка. Пустышка. Ты родить не можешь, не то что выстрелить. Че ты пялишься на меня? Да, Гриша мне твой сказал и показал больницу, где ты свою лживую беременность оформляла. Удивлена? А че ты удивляешься? Гриша, в отличие от тебя, не хочет в свою провинциальную дыру возвращаться. Все. Облажалась, Ласточкина, по полной. Значит, мне терять нечего, Павлов. О-о-о. Боюсь. Живой? Ну да, вы, крысеныши, живучие. Только не подумай, что я тебя испугался, Ласточка. Связываться с тобой неохота. Протокол я тебе оставляю. Если не хочешь погореть по полной, подпишешь и принесешь завтра в контору. Это твой последний шанс. А я не буду ничего подписывать. Тогда тебе конец. Или ты думаешь, что шеф тебе эту квартиру за твои красивые глаза отобьет, да? Жди. Нужна ты ему 300 лет в обед. А ты еще так глупо подставилась. Дура. Все. Закончилась твоя столичная жизнь. Добрый вечер.
Наверное, лучше было бы нам уйти. Да? Ты так считаешь? Я должна была остаться с ним? Я не это имел в виду. А он это должна. Ничего я никому не должна. Что будете теперь делать, если не подпишете протокол? Я так любила Москву. Так рвалась сюда. А я здесь никому не нужна. Здесь как-то вообще никто никому не нужен. Значит, если бы они были убийцы, их бы не отпустили? Ну, не знаю. Если бы там была куча свидетелей, наверное, не отпустили бы. Ты к нам в Москву приезжай и пройдись по Арбату. Не-не, ты фальшивый здесь. Окунись на Тверскую. Окунись на Тверской. Да. В шум зеленых аллей. Аллей. Хотя бы раз посмотри. Нет, это ты тянешь. Надо. Там же такой ритм. Хотя бы раз посмотри. Хотя бы раз посмотри, как танцуют девчата на ладонях тузы. Ты никогда не бывал в нашем городе светло, над вечерней рекой не мечтал до зари. Друзьями ты не бродил по широким проспектам, значит, ты не видал лучший город земли. Песня плывет, сердце поет, эти слова... Тихо! Проснулся? Хорошая она. Сколько ей лет? 14. Я очень рад, что Асаль тебе понравился. Да, она светлая.
Здравствуйте. Соедините с Александром Селезневым. Доброе утро. Давно проснулась? А Хасан еще спит? Совсем не понимаешь по-русски. Ты должен вывести их в нашу сторону, понял? Понял. Скажи, что тебе нужно 3 паспорта и что... Да не переживайте, я знаю, что говорить. Это же мои земляки. Хорошо. А ты уверен, что наркотики при них? Это проверенная информация. Ладно, иди. Да, Хасан. Как ты думаешь, они могли знать, что вчера ты на них навел? Вряд ли. И, а шапку? Парни, как вы, готовы? Готовы. Паспорт. Регистрация. Спасибо. Майя, регистрация на меня. Салам. Алейкум салам. Остальные за мной. Вперед! Быстрее, быстрее! Дел! Разделяемся! Внизу их на одну сторону! Thank you.
А ну-ка, стой, Ласточкина. Вернись, я кому сказал. Ты меня слышишь или нет? Да ты кто такая? А? Да ты что? Быстро ко мне! Значит, узнаем, у гражданки уже не человек. Привет, Карпов. Да, помогу. Спасибо. Домой собралась? Домой. Молодец. А я тоже на 3 дня отгул взял. Брат женится, поразит раньше меня. Здорово, погуляйте. А это с тобой кто? Сестренка моя. Угу. Ну, одно лицо. Как зовут сестренка? С русским у нее пока не очень. Но ничего, выучит. Да? Асаль? Почти Асоль? Нет. Асаль. Это означает мед. Мед? Мед. Алло, мам! Ну что? Через полчаса мы уже у тебя будем. Мам, ну чего ты сейчас-то плачешь? Да я тоже соскучилась. Ну все, мам. Мам, сейчас мы будем. Я тебя люблю.